15 июля омский «Авангард» провел открытую тренировку на домашнем льду. Первую за 4 года. Она состоялась в хоккейной академии. Поддержать команду пришло более 1000 болельщиков. За 4 года, которые «Авангард» провел в Балашихе, мы все сплотились и поддерживали команду. Из Омска прилетали в Балашиху, поддерживали в финале Кубка Гагарина. В этом году наша команда постарается сделать все, чтобы нам ответить за ту поддержку, которую мы оказывали на протяжении всего этого времени. Каждое успешное действие хоккеистов сопровождалось аплодисментами. Игроки отработали задания в нападении и обороне. На льду показывали класс как известные болельщикам хоккеисты Сергей Толчинский, Павел Дедунов, так и новички Владимир Ткачев, Александр Горшков, словацкий защитник Кристиан Ярош. Если честно, я когда выходил на арену, я думал, сейчас какая-то игровая у нас, потому что народу много, я думал, может, мы играть будем. Без шуток, то на самом деле атмосфера, не стоит ничего говорить, можно посмотреть на трибуны и посмотреть, как люди ждали возвращения команды в Омск. Сегодня было крайне приятно выходить на лед на глазах наших местных омских болельщиков. Большое спасибо за поддержку. Я двусторонний защитник, я подключаюсь к атакам и помогаю команде в обороне. И также я хорош в меньшинстве и думаю, что достаточно интенсивную игру показываю. Руководил занятием главный тренер Дмитрий Рябыкин. Как игрок он провел в составе «Авангарда» 13 сезонов. 4 года работал ассистентом Боба Хартли. Сейчас стал наставником команды. Если вы обратили внимание, с того сезона мы чуть-чуть поменяли концепцию. В том сезоне у нас была концепция 2 атакующих звена, 2 оборонительных звена. В этом году мы постарались отойти от этого, сделать 3 таких играющих звена. И одно оборонительное. И, я думаю, это все равно чуть-чуть поменяет и стиль игры. Более подробно о планах и о том, как будет играть команда, Дмитрий Рябыкин рассказал на пресс-конференции, которая состоялась после тренировки. Мы постараемся больше развязать руки нападающим в зоне атаки. Но зона обороны, средняя зона, мы будем спрашивать со всех. Наставник Ястребов сообщил, что даст шанс проявить себя всем хоккеистам, участвующим в предсезонной подготовке, в том числе и молодым игрокам. Отметил, что усиление команды возможно, но в целом сегодня у «Авангарда» отличный подбор игроков, есть мастеровитые хоккеисты, один из них, Владимир Ткачев, принял участие в пресс-конференции. В минувшем сезоне хоккеист выступал в НХЛ. Рад оказаться в Омске. В родной команде и сделал все, чтобы мои силы. 27 июля болельщики вновь смогут увидеть Ястребов в деле. «Авангард» и «Омские крылья» проведут на льду Академии товарищеский матч.